Всем привет! Сегодня у меня рыбалка на озере. На речку пока не стал выходить. Что попробовать на озере? Поставлю сейчас воблер. Кидал уже на железку. На желтого цвета. Сказали, что желтого цвета здесь приоритет. Вот. Была одна поклевка прям с первого заброса сразу. Но никого не вытащил. Вот, погода отличная. Тепло. Но ночью, мне кажется, был небольшой заморозок. Потому что трава в инее была. Места, конечно, здесь интересные. Тут ни разу не был. Есть, 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 есть. Нет. Я ошибся. Это не рыба. Я траву поймал. Хотя. Нет, была. Чешуя. Да, был удар. Ладно. Был удар. Вот, еще один тычок был. Так, рыба здесь стоит, значит, большая заводь. Говорят, что щуки здесь не трофейные, максимум там 1,5 килограмма, что ли. Посмотрим. Есть. Да, небольшой. Вот он. Так, первое. Первый щупачок небольшой. Пока возьмем. На воблер. На той же самой, который я. На мой ловистый берег. Здесь вот так вот. Озеро. В принципе, по ширине как речка. Откуда я заходил. Вот тут. В этой заводиночке я ее поймал. Ладно, попробуем еще. Тычки здесь были очень много. Щука действительно не трофейная, но борется прям отлично. Была поклевка.
тоже тупик озера. Сейчас пойдем обратно. Кидаем его. Есть щупачок. Ах ты, ах ты, ах ты. Есть. Вот он, второй. Взял это покрупнее. Уже где-то килограммчик. Есть. Так, будем освобождать. Хороший такой щупачок. Побольше, да. Ладно. Чуть-чуть мне щука поранила своими зубами. Острова там. Ох ты, есть. Что-то есть. Нет. А, да, маленький щупачок был. Сразу же взял. Совсем маленький. Поднялся ветер уже. Опять есть. Сквозь траву как-то. Так. Вот она была. Она шла за ней. Да, в озере, оказывается, полно рыбы. Есть. Да что такое? Нет, трава. А ударом бьет. Так. Попробуем чуть в эту сторону кинуть. Удар был вот прям. Сейчас трава. Блин. Щука здесь стоит. Легко. Опять же, прям возле лодки. Но не зацепилась она. Ах ты, ушла. Клюнула и ушла, пока камеру включил. Да, щуки полно в этом озерце. Теперь она укололась. Брать вряд ли будет. В общем, заканчиваем с рыбалкой. Эта камера у меня села. В общем, были еще поклевки. Ну, сходы. В общей сложности где-то сходов 7, наверное, было. Вот.
в итоге поймал только двух штук. Сейчас по просьбе некоторых людей взвесим. Там с собой брал. Так. Такие вот щучки. Ну, давайте первую. Так. Включаем кан. Нули. Что вы думаете? Эта щука у меня на 865 грамм. Вот такая. Так. Еще раз попробуем. Да. 865 грамм. Так. Ну а так, конечно же, уже меньше. Ну, я его взял все равно. В общем, озеро показало, что щуки есть, трофейных нет. Ну, как и говорили, в принципе, до килограмма, до полутора килограмм. Вот, следующая рыбалка будет уже на реке. На реке там трофейные можно взять. Ладненько. Всем пока.